Уровень реки Сож превысил опасную отметку более чем на метр. Спасатели Гомельского региона сообщили, что подъем воды растет каждые сутки примерно на 2 сантиметра. Наиболее пострадавшими оказались Гомельский район и сам областной центр. Всего в регионе, по данным ведомства, подтоплено около 500 жилых домов и около 3000 подворий. В результате разрушения противопаводковой насыпи в Гомеле на улице Староволотовской под угрозой затопления оказались 3 населенных пункта в районе. Спасателями Гомельщины оказывается помощь для обеспечения жизнедеятельности населения в отрезанных водой подтопленных территориях. Нуждающимся работники МЧС помогают в перевозке к месту жительства, доставляют продукты питания, медикаменты, а также в случае необходимости работников экстренных служб. Ежедневно осуществляется мониторинг паводковой ситуации и подомовой обход на предмет нарушения жизнедеятельности. В случаях необходимости жителям предлагается временное отселение в заранее подготовленные места. Наиболее сложная ситуация наблюдается в городе Гомеле и Гомельском районе. В регионе созданы 14 постов МЧС, которые функционируют ежесуточно. Вблизи затопленных территорий, где проживают люди.